Всем привет, мои хорошие. Вы долго просили в комментариях по поводу танковых сражений. Сегодня задание как раз про это, поэтому поехали. Я о танковых сражениях книгу написал. Смотрите и запоминайте. Два раза учить вас командованию я не намерен. Ну что, ребят, даже сегодня при желании мы не сможем строить пехоту и ничего строить, кроме танков. Собственно, как вы и просили, типа, давай, Леха, танковые бои. Вот, пожалуйста, сегодня будут танковые бои. Сегодня будем сражаться альянсов против альянса. Вот такой баш на баш, да, кто кого. Так иначе, давайте, ребята, делаем заводы по харвестерам. Обязательно придется сделать, иначе дальше ты не можешь развиваться, да? То есть, видите, у нас здания заблочены, и если даже я захотел бы построить пехоту, я это сделать попросту не могу. Я также сделал улучшение по поводу того, чтобы наши способности у наших танков были лучше. И ждем военный завод, потом придется сделать улучшение по поводу того, что типа повышаем DEFCON 1, вот, и тогда сможем строить наши танки. Во, заказываем, и давайте дождемся тогда уже. Есть смысл также сделать еще один завод по харвестерам, тогда money, денежки в кармане. Во, давай, ждем улучшений, и тогда давай. Розе! О, неужели? Заказываем танки и также заказываем завод по харвестерам. По напряжению все хорошо. Ну, опять же, мало, о, на наши нужды хватит. О, давай, мой хороший. Делаем сразу райдерпуинт на базу противника, да, ребят? И уже пойдем в атаку. Давайте, парни, серьезные, брутальные парни. Ну, опять же, денежек мало, напряжения мало в этом плане. Все как обычно, да, все как обычно. Делаем также лазерную систему наведения. Она позволяет, что танк не может стрелять, но при этом все остальные войска по помеченной цели дамажат намного лучше. И, разумеется, внизу показывается, сколько танков у нас, сколько у противника. Давайте, ребята, разумеется, дождемся наши танки, пойдем в атаку. Напоминаю, что роллер-поинт стоит на базе у противника и попытаемся его выманить, да? Во, продолжаем раздавать, и за счет того, что у нас уже есть изначально захваченная точка экзибит там, короче, да, тусует, то, собственно, у нас уже войска восполняют здоровье, что, разумеется, очень приятно. Первый танк пожамкали, давайте продвигаться вперед. Вначале потребуется немного подконтроливать, потому что танков и у меня, у противника не так уж и много, поэтому в этом плане все хорошо. Опять же, танков станет побольше, и тогда уже можем будет на шару убивать противника. Во, давай, а, подожди, здоровье. Давай, неужели, валим. Беги, Форест, беги. Во, продолжаем раздавать, и уже танков у нас становится побольше, да? Давайте продвигаться вперед. В первую очередь, надо пожамкать его военный завод, потому что он, видите, нон-стоп клепает танки. Разумеется, у него уже куча заводов по харвестерам, что, разумеется, не очень приятно, но с этим поделать мы ничего не можем. Как только мы пожамкаем военный завод, он, собственно, танки уже строить не может, капитан очевидность, да? И тогда уже станет как-то полегче, да? Давай, продолжаем раздавать. И еще также проблема в том, что рядом с военным заводом он дополнительно восполняет здоровье, что, разумеется, также не очень приятно. У него есть уже два военных завода, но так или иначе продолжаем раздавать по его военному заводу и надеемся на лучшее, да? Вот, давай, о, неужели? Первый военный завод уничтожен, и продолжаем. Ну что, ребята, после уничтожения следующего военного завода, тогда уже можем спокойно убивать его базу, и в этом плане все хорошо. Давай. Разумеется, остается также пехота, можно не заморачиваться, потому что дэмэджа толком у нее попросту нету, поэтому давайте убивать его здание, и нам остается только его добивать, не более того. Вот, давайте продвигаемся вперед. У нас постоянно дотекание танков с нашей базы, и давайте раздавать уже по базе противника. Разумеется, она также, похоже, будет сваливать, и такие типа, не, Леха, я не с тобой, я тебя не знаю, и все такое, но наши танки, похоже, с этим не согласны. Продвигаемся вперед, и база уничтожена. Нам остается только добивать его здание, что, разумеется, очень приятно. И, разумеется, давайте подсвечивать и убивать его здание, и тогда можно будет ликовать от нашей победы. Давайте, парни. Разумеется, танков не так уж и много. Дэмэдж оставляет желать лучшего, но у противника остается только два здания, что, разумеется, также хорошо. Воу, давай, продолжаем раздавать. Противник, я танками хотел меня пожамкать. Я пожамкаю. Во, неужели? Будь я проклят. Хотя бы один раз у вас хоть что-то получилось.
Ой, да ладно, понтуется. Ну что, мои хорошие, такой вот танковый бой, что называется, получи и распишись. Давайте прощаться до следующих видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, также есть группа ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.